Смотрите сегодня в выпуске. Юные воспитанники спортивной школы «Саров» приняли на своем льду команду из Кирова в рамках первенства России среди юношей 2008 года рождения. В Нижнем Новгороде прошел традиционный турнир, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Саровские бадминтонисты обыграли многих конкурентов и заняли высшие ступени пьедестала почета. В преддверии 8 марта в бассейне «Дельфин» прозвучали стартовые свистки для девушек. Традиционное состязание посвятили памяти кавалера Ордена Мужества Вячеслава Липшева. Энергия против политеха. В очередной игре в рамках чемпионата города по баскетболу встретились один из лидеров турнира и команда, занимающая последнюю строчку. Падения, подножки, мелкие потасовки и удаления. Юные хоккеисты играли быстро и немного агрессивно. Счет открыли гости. Первая шайба оказалась в воротах уже на второй минуте матча. Перенять инициативу саровской команде удалось только в конце первого периода. Он закончился со счетом 1-2 в пользу «Вятки». На зрительских трибунах также было неспокойно. Поддержать юных хоккеистов пришли болельщики обеих команд. Болеем как можем. И горлом, и телом, и голосом. Всякое разное. Настрой, а вас тут так много. Много сырого. И еще давят очень сильно. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Так нельзя. Плохо говорят нам. Некрасиво. Наши парни играют отчаянно. Молодцы. Судейство, конечно, подводит. Но я думаю, что мы выиграем. И всех порвем. Во втором периоде соперники не отдавали друг другу преимущества. Он закончился ничьей со счетом 3-3. Второе дыхание у саровской команды открылось уже в последнем отрезке игры. За 6 минут в воротах соперника оказалось 4 шайбы. Последний гол забили гости на 58-й минуте матча. Сегодня до конца старались, боролись, но сопернику повезло где-то чуть больше. Где-то мы в мастеровите оказались ребята. Дома мы играли с командой, также мы пополам сыграли. Одну выиграли, одну проиграли. Здесь вчера упорная борьба была, по буллитам только выяснили. Ну и сегодня два периода, тоже ничейный счет был, в концовочке немножко провалились. Матч закончился со счетом 7-4. Встреча для саровской команды была принципиальной. Победа помогла обогнать соперника и занять третью строчку в турнирной таблице. Платон Пахритин хоккеем занимается с 4 лет. Должность капитана иногда бывает очень непростой, признается юный спортсмен. Очень была напряженная игра. Мы сначала первый период неплохо сыграли, а в конце их добили. Команда очень хорошая, с ними напряженно играть. На судей нельзя ругаться, напряженно было всегда. Теперь воспитанники спортивной школы готовятся к встрече с командой «Ичталь» из Ижевска, которая пройдет на нашем льду уже в конце марта. С нижегородского турнира, посвященного Дню защитника Отечества и 8 марта, саровские бадминтонисты вернулись с массой наград. Копилка взрослых спортсменов пополнилась медалями за игры в парной категории. Вячеслав Никитин и Кирилл Торопов взяли золото, несмотря на то, что из-за пандемии долгое время не тренировались. Год не занимались. На самом деле поехали просто попробовать свои силы. Начали сначала играть, конечно, было просто отвратительно. Хотелось уйти просто с площадки, сказать, нет, все. Это не наши. А потом потихоньку вкатывались. И на самом деле к финалу уже, когда мы играли за первое место, это уже было похоже на бадминтон. Юные бадминтонисты от своих коллег не отставали. Владимира Князева 3,5 года назад в спорт привел папа. С тех пор юноша с ракеткой не расстается. В бадминтоне видит одни преимущества. Он развивает зрение, у кого зрение плохое. Он развивает скорость. Дыхалку. Мы отрабатываем часто подставки и скидки. В Нижнем Новгороде Владимир занял 3-е место в одиночной мужской категории группы «Д». На этих же состязаниях 1-е место в одиночной женской заняла Боровкова Алена. Было сложно, но я старался. Мне все получилось. Я победила соревнования. Сейчас Алена готовится к первенству России по спорту глухих. Взрослых же бадминтонистов впереди ждут городские соревнования 14 марта и традиционный турнир памяти Василия Баталова 20 марта.
преддверии 8 марта в бассейне «Дельфин» прозвучали стартовые свистки для девушек. Традиционное состязание на скорость преодоления водной дистанции посвятили памяти кавалера Ордена Мужества Вячеславу Липшеву. Турнир для саровчан стал первым домашним соревнованием в этом году и своеобразным отбором перед грядущими выездами. Мы делаем простартовочку перед чемпионатами первенства области. Небольшой делаем отбор девочек на команду города. Смотрим результаты и думаем, над чем работать дальше для того, чтобы совершенствовать их. В первый день турнира пловцы состязались в 5 возрастных категориях по 50 метров брасом и вольным стилем. Соревнования стали знаковыми для спортсменок 2012 года и младше. Они впервые ощутили конкуренцию и азарт состязаний на заплывах. Несмотря на это, спортсменки сумели справиться с волнением и показать достойные результаты. Страшно, переживают, не знают, как это проходит. Ну, такой волнительный момент для этих девчонок. Мы их немножечко поздравили. Тренерский состав мужской написал им грамоты. Они, я думаю, очень рады этому. Сразу после праздников саровским пловцам предстоит продемонстрировать свои способности на чемпионате и первенстве Нижегородской области. Они пройдут в Дзержинске с 10 по 12 марта. В Сарове завершился зимний фестиваль ГТО среди общеобразовательных организаций. Команды из 7 школ соревновались в 2 этапа. На первом участники подтягивались, отжимались, прыгали и состязались в гибкости. На втором этапе прошли лыжные гонки на дистанции от 1 до 5 километров в зависимости от возраста участников. По итогам соревнований первое место заняла команда школы номер 13. Второй результат у школы номер 16. Третье место заняла школа номер 5. Артем Мальцев занял 5-е место в гонке на 15 километров свободным стилем, которая прошла 3 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберсдорфе. Для подопечного Маркуса Крамера это один из лучших результатов в карьере. Среди россиян лучше Артема выступил лишь Александр Большунов, занявший 4-е место. От бронзовой медали, которая досталась норвежцу Харальду Амундсену, Артема Мальцева отделили 15 секунд. Вышли на финишную прямую. До завершения чемпионата города по баскетболу остаются считанные дни. 4 марта на паркете встретились лидеры и аутсайдеры турнирной таблицы – команды «Энергия» и «Политех». Игра идет, наверное, с преимуществом «Энергия», но ребята с «Политехом» дают бой этой команде. Ну, думаю, что еще борьба будет. Все-таки маленько... как сказать, класс энергии команды повыше, чем у «Политеха». Но самоотверженность ребят молодых, я думаю, должна все-таки сыграть свою роль. Самые преданные фанаты баскетбола смотрят на игру немного иначе. В ней они видят танец, исполнить который безупречно удается не всегда. Когда одна команда играет немного рвано и агрессивно, а другая двигается неспешно, но слаженно, ритм танца сбивается. Баскетбол – это танец, потому что... отношение к баскетболу должно быть такое, что это не какая-то работа, что это не какое-то физическое занятие, физкультурное занятие. Это отдых, это когда душа твоя плывет, танцует. То есть если человек расслаблен, если он получает удовольствие, кайфует от этого, то у него все получится. Но эстетику игры видят профи, а зрители наслаждаются соревнованием. Артем Гусев собрал команду «Энергия» 4 года назад. Их цель на чемпионате – не победа любой ценой, а возможность заняться любимым делом. Призовое место в турнирной таблице – приятный бонус. Вы знаете, когда я сюда зашел, в зал сегодня, я посмотрел предыдущую игру. Мне показалась очень быстрая игра, какая-то прям нервная. Соперники друг другу не уступают, ну, вплоть до того, что сейчас драться будут. Минут 15 прошло, пригляделся, примерно все стало медленнее. То есть, когда долго не смотришь за соревнованиями, а какое-то там участие не принимаешь, кажется, что все бегают, как будто в НБА. Игра закончилась со счетом 80-60 в пользу команды «Энергия». В следующий четверг, 11 марта, встретятся лидеры чемпионата – команды «Звезда» и «Полет».